Всем привет, с вами Арсений, интернет-магазин Тукэмп и наш новый видеообзор нового товара в нашем интернет-магазине. Это лампа на российские газовые баллоны от компании Ургаз, модель L637. Как видим, лампа устанавливается на российский баллон достаточно легко и просто. То есть для установки нам необходимо крепежный элемент с подачи топлива установить на гайку, закрутив при этом ее, и зафиксируйте ее двумя барашками. Сама лампа у нас закручивается на запорный механизм, который также по необходимости можно открутить. Здесь прокладка уже установлена. Лампа устанавливается без редуктора. Легко и просто, без особых усилий. Для того, чтобы нам начать пользоваться лампой, необходимо установить сеточку. Для этого сейчас она установлена, но мы посмотрим, как ее устанавливать, чтобы в дальнейшем не возникало никаких вопросов. Снимаем стекло. Вот. И видим, что сеточка здесь. Мы взяли, наверное, большую сеточку для этой лампы. Но тут показать как образец. В дальнейшем покажем, как вживую заряжать эту сеточку, как ее обжигать и как она работает. Сейчас мы смотрим то, что сеточку нам нужно просто сюда завязать веревочку, лишние кусочки можно отрезать, потом запустить по трубке немного газа из баллона, открыть запорный механизм. Вот, когда услышим, что газ пошел сюда, можно ее поджечь. Сеточка у нас идет из асбестового волокна, которое после того, как мы ее обожжем, становится хрупкой, но внутри нее сгорает газ, катализируясь, выделяя большое количество света, ну и тепла тоже. Вот. После чего, когда сеточка обожжется, она приобретет такой серовато-белый цвет, однотонный. Вот. И стараемся уже лампу не кидать, не бросать, не трясти, чтобы сеточка не осыпалась. Потому что сеточка, если осыпалась, естественно, освещения уже не будет, и можно будет повторять процедуру заново. Вот. То есть сеточку мы обожгли, газ закрыли на баллоне, на лампе. Установили обратно аккуратно стекло, крышку. Вот в данной модели крышка у нас фиксируется как видим ручкой. В таком состоянии лампа будет работать достаточно длительное время, если она стоит стационарно в одном месте. Вот. Сейчас посмотрим, что у нас по техническим характеристикам у этой лампы. Расход газа порядка 90 грамм в час идет при максимальном освещении. Размер лампы, высота идет у нее 195 и 104 по диаметру. Максимальная ширина у нас получается 125 миллиметров. Вес самой лампы без баллона, соответственно, 792 грамма. При необходимости баллоны любых объемов вы можете приобрести также у нас на сайте. Интернет-магазин Тукэмп, меня зовут Арсений, наш новый видеообзор. Подписывайтесь на наш канал, рекомендую.